сей, Сань! Ничего не слышно, наверное. Заканчиваем камуфлировать наш скадрон. Сделали расстановку. Блин, ну солнце такое. Солнце такое, что вообще ничего не видно. С трудом чучела вижу свои. Часть расставили на пашню. Ну, на пашне вот даже отсюда видно. Чтобы гусек-то видел своих сородичей. Ну, сделали, соответственно, подкову стандартную. Ну и накидали. Здесь потерь много. Остановочка на пашне. Че, Лех, как думаешь, нормально будет? Пробовали садиться? Сколько человек умещается? Нет, не пробовали еще. Я думаю, трое максимум. Скорее всего, может, 2-2. Все стандартно, мы расставляемся. Прямо заходит четко со стороны тропы. Тихо. Жень, стой. Саш, командуй. Короче, традиция продолжается. Мы опять взяли в плен. И Дайсон хочет. Вот. Дайсону затрепать не даем. Время ночь, первый час, на 2 минуты спят. А мы что делаем? А мы делаем какой-то непонятный вот этот сарай опять. Снова сарай. В этом сезоне, видимо, только так мы будем охотиться. Делаем сарай. Обманку для гуся. На 5 человек. Блин, короче, завтра будет как светло. Я покажу, что получилось. Сейчас у них хрена ничего не понятно. Блин, ну да, и чучела, где стоят, там тоже не понятно. В общем, это начало. Еще падают, там тоже полным-полно сидит.
И вот мы между ними. Один котел, второй котел, и ничего не сделаешь. Они падают и падают, падают и падают. Посмотреть все равно на нее приятно. Вот он. Вот он красивенький, ломается. Красиво, как падают. Очень красиво. Для любого гусятника прекрасный момент. Хоп. А там их уже сидит полным-полным. Можете вы без матных комментариев обойтись хоть минуты 3-2. Вот, по-моему, даже видно на камеру, как они внизу ходят. Не очень, конечно. Снимается. Вот так, кстати, хуйня, опять никуда не вылез. Лёх. Вон они, вон. Они на вид, на зашу. Ага, и вон та шабла поднялась, смотрите, вся. Заворачивает, заворачивает. Ветром, ветром сносит. Хороший день. Натягивай, натягивай. Надо накрываться. Они срисовали вот эти. Вон еще. Давайте вот эту поближе сетку, блядь, маленько двинем. На середину. Давай, залази, нахуй.
Да, да, вон, смотри, еще, еще. Давай, давай, давай. Лёх, не двигайся. И справа, и слева вон. Справа, видишь, тоже какой хороший ломанчик. Ну, они далеко очень. Вот эти, которые заходят. Пробуй. Дождись, пока отворачивают. Ага, сейчас над нами пойдут. Вот когда будет, давай. Давай. Будем, давай. Что ли? Огонь! Давай! Далековат. Подманивайте, подманивайте. Там тоже кто-то приехал, охотники промыли. Тут... Где? Стой, 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 да, шуганулись, но они прям на нас. Готовьтесь. Прям штук стоп. Да, да. Давай, погнали. Вчера еще я был в напряге, когда в 2 часа ночи строил салаз, переставлял стучи челов с места на место. А сегодня я уже рад до жопы. Доброе утро. Смотрите, как на нас идут. Крышку.
они сейчас в стороной уйдут, Сань. Видишь, стороной уходит. Нет, нет, нет. Блин, по трубе. Занижались и в нас закручивали по трубе, ружьем ударили. А смотрит кто? Заходит. Этих будем. Можно пробовать? Блин. Отходит. Хоть туда всосадись два вдвое. За трубу. Ну вот они метров 50. Еще идут. Находим. Только можно. Отсюда заходит. Я тех смотрю еще. Да тебе вот подламываются. Раз, два. Нет. Ворот, блядь, отцово было хорошо, либо. Гавки, не пугайте его. Подламывает ветер. Слушай, может, на самом деле, блядь, под трубу сесть двоим. Давайте бы двое кто-нибудь отойдем тут. И бить только вот так, если тут никак. Да. Пошли, Женек, давай. Давайте быстрее, пока идем сейчас. Двигайся. Вот он, над нами, блядь, не едет. Кислородная, блядь, сука. Да не трогай, пока лапки не видно. Ну что, блядь, стреляйте. Да, блядь, пультов кислородных, блядь, бить. Чепок, вот смотри, что творится, блядь. Там, блядь, еще время. Он нихуя. Он светился, он влево, сейчас слева зайдет его. Это высоко, блядь, пизда так высоко. Большие виды, блядь. Ну вы давай не трогайте, они кто-то не трогают. Они здесь кислородные, здесь все равно. Потому что у них будет, ничего не летит над ними. Да и над нами что толку появилось. Вот он летит над нами, а хуже толку. Он весь кислородный, блядь. Ну, не стази, не стази, блядь. Вон в этот, в конденсат. Да, я туда и бегу. Чтобы четко, только если пацанам там никак. Да. Сейчас вот раз три можно было отстреляться. Да. Пробуем, Тём. Пробуем. Есть. Оставаться. Еще идут. Не идем пока. Он лежит. Да я вижу, что лежит. Смотри, сука. Да вижу, у меня тройка.
Закончилась, двойка закончилась. Бескон... Он слева и заходит. Все. Смотри, как ломаться начал. Слева, 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 вот. Смотрите, вот она... высоко иду. А они сейчас на нас придут, Женек. На нас идут. Вот низко идут. Приготовились. Ага. Ага. И слева, и справа, и над нами. Каких бьем? Вот эти вот, которые сейчас ближе, пусть подойдут. А, давай. Ага, пацаны, ага. Дали. Да нате. Ну хоть этого сбил. Я ждал, когда ты долбишь. Тихо, нас заходит слева, слева. Так, пойду я что заберу вот этого одного. Давай. Зовите Дайсона! И идут. Видишь? Ну, прям по земле стелится. Так, задираются. Перед трубой задирают. Опа, и на нас идут, Женек. Нормально, будут бить, будем бить. Вот на нас идут прям хорошо. Не высоковат? Сносит ветром, блядь. Палит нас, палит. Высоковат нас. Вот еще над нами сдувает их нахуй. Вот справа заходит еще. Да. Высоковат, спалили нас. Палит контору. Вот смотри, и падает прямо рядом. И мороз, вот смотри. С твоей стороны заходит. С твоей. Тём, высоко. А вот этих четырех попробуем его. Нет, высоко его. Куда ладно, Жень? Кислородные. Нет, снайпера что ли? Нет, мне показалось, низко идут его. А кислородные, ну, зависли. О, давай пробуем. Вот оно. Вот так надо стрелять, да? Ты сколько сбил-то? Давай, братан, вот это, бля, охота. Нет, гуся.
да, все, там... без контейнерка есть, а? А чего у меня вот это? Нет контейнера. А, вот есть без контейнерка. Да, я отмечу. Двойка. Ну, Тём, вот это, по-моему, магнум. Вот двойка, вот серая. Вот контейнер. Прям четко. Готовься, Жень, чуть левее. Смотри, я давай, бегаю. Давай, зачем? Давай. Пам-парам-парам. Кто ходит на охоту по утрам, тот поступает очень-очень мудро. Потому что тут есть гуси. На то оно и утро. Хорошо бы если на них, а блядь, оно сейчас на нас сдует. Пусть они хоть и стреляются. Нет, на нас сдувает. Но это высоко. Высоко, высоко, пиздец, как высоко. Давай, 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 на пацанов. Бля, что-то влево, а там еще одна стая. Прям влево отворачивается. А, нет, хуй, опять. Снижается. Сейчас, 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 может, на пацанчиков уйдет. Опять на нас. Может выгнать, чтобы они нас спали. Вверх ему идут. Задирается. Задирается, задирается. Ничего не нравится, он там чучело стоит, все стоит. Ну это кислород будет. Это даже нам не будет баловаться. Конечно. Ну что делать? На нас идут. Так, ну, какие ниже? Значит, будем бить. Вот слева ближе всего заходит. Ага. Не, на пацанов. На пацанов разворачивай. На нас. Ну как вот этих не бить, Жень? Че, давай. Пацаны, молодцы, ебать. Отстрелялись, ебать. Сколько? Подожди, смотри, вот падает. Хорошо, а этот падает.
Раз, вон два, вон три, вон четыре. Так, тот упал прям хорошо. Да, да, как да. Вот запомнить? Почти да. На КНС-ку. Дайсон, пошли помогать. Те-то, видишь, повернули налево, пошли. И к ним еще подтягивают. Не зайдут на чучела-то пацанов, на пацанов красиво. Вот на нас заходит, блядь. Ветром прям сдувает на нас, блядь. Будем а, и задираются. Будем видеть. Давай. Эх, ребята, вот ради такого утра и стоит намотать сотни километров. По-дурацкому, просто в сетке построен у нас шалаш, все. Но все гуси сворачивают вот сюда. Сбоку от нашей присады. И пришлось нам в эту трубу сесть. Да, может по-дурацки. Но манками подтягиваем. Расстановка у нас стоит. Работает. Работает же, Жень. Все у нас работает. Худые какие-то в этом году.
глаза разбегаются. Только выбрать каких. Ну что, готовы? Ну и... Ну вот рассвело, стало более-менее светло, плюс гуси немножко успокоились, постреляли мы. Вот наша расстановочка на кукурузе. Не хочу. Вот так залегал, то есть так же, как трава. Там чуть подальше есть тоже такие густые заросли, поэтому он почему-то не боится. Но вдруг получилось такое, что он весь пёр. Надо от этого боя. Нам пришлось разделиться в компенсатор вот туда залечь двоим и сюда двоим. Потому что гусь как бы почему-то чуть-чуть коридором 150 метров шел левее нас. Но ничего, мы уже так не будем. Сейчас корректируем. Страдок кое-что разлетелось, кое-что подвинулось. Сейчас свет подшаманим и будем уже дальше ждать гуся. Ну, показываю, выкладываю туда, да? Добыли как охотники, и трофей заслуживает уважения, заслуживает красивого фото, чтобы быть красиво поданным. Естественно, мы его потом, конечно, защипаем, приготовим из него не единожды красивые блюда, вкусные, но всегда хочется запечатлеть, запечатлеть как-то необычно. Мы сейчас вот так вот будем делать. На вираж заходит. Боится, ты сейчас должен идти. За мной. За мной. Прямо над нами. Но высоко. А вот смотри, двойка заходит прямо на нас. Они теперь перед нами были. Новый котел. Вот. Ну старый. Ну старый новый котел. Только ближе. Эти сюда, эти уже места, они знают. Thank you.
А мы здесь, да, пацаны? Снова. Да, Маша? Снова походится. Хватай его, Маша, и тащи. Бедный ребенок. Папка каким вещам заставляет? Девчоночка, белый кроссовочек, белый блузочек. Хватай, говорит, его за лапу и тащи. Ну, а что делать? Борщ. Что делать? Вот так вот товарищ дочку приучает к охоте. Взяла, взяла, молодец. Вот они, отец с дочери. Дружище, он дочку взял. И 9-летнюю. На манере гуменника бегала сама, забирала его, короче, с поля. Гуменника до хрена подходит. Он под раны, когда его тащит. Шебуршится. Все, поймала. Поймала умничка. Канадская. Казарку слышали? Да, канадская. Они все забрали здесь. А, все, уходят. Уходят наши гусики. Гуси, до завтра. Все, и решили не трогать. Будем ждать их с утра. А идут, в общем-то, вот неплохо. Сейчас, наверное, еще пойдут. Ну, молодец, что. А он над нами идет, мы что-то, короче, прикинули, не стали стрелять. Пусть лучше утром придет. Стрелять. Не, не то, что не влет, просто он не вернется. Есть такая вероятность. Гумиша приперла. Утреннего стяг, в жизни важен первый шаг. Слышишь, реют над страною ветры яростных атак. И вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. Весть летит во все концы, вы поверьте нам, отцы. Будут новые победы, станут новые бойцы. Милости не жди, жизнь для правды не щади. Нам, ребята, в этой жизни только с правдой по пути. И вновь продолжает с собой, и сердце тревожно в груди. Так вот всегда мечтаешь, мечтаешь хорошенько отохотиться, обрыбиться. А потом сложишь вот этого всего гуся, и ты же понимаешь, что тебе все это еще щипать надо. Да, пацаны? И сиди, щипай до посинения, до второго пришествия. Паспорта? Паспорта верни. Паспорта отдай. Подошел пару работяг. Трудятся, щипают. Ну, я как бы третий, так что нам еще
работать и работать над этим процессом. Вон еще сколько у нас их. Ощипали всего фигня. Ладно, болтать хорошо. Смотрите, как другие работают еще лучше. Но пора приступать и мне. Мои друзья дали мне не больше одной минуты на снятие контента, в котором я хотел сказать вам, что гусиная охота — это не только стрельба. Перед этим, конечно, подготовка, остановка, поиски и так далее. А еще и обработка дичи после того, как все это добыто. Сейчас мы в спешном порядке все обрабатываем, потому что на улице плюс 20. Сколько? 2 или 25 сейчас? 25. Плюс 25. В тени. Да, все раскидываем. Печень в одну сторону, желудки в другую, тушки в третью. Одни опаливают, другие режут, третьи занимаются внутриполостной хирургией. В общем, все, уже 45 секунд, моя минута подходит к концу. Я снял для вас этот момент и побежал дальше отрубать голову и крылья. Ребят, приветствую. Охота закончилась. Сейчас будем собираться. Залез я в наш шалаш, потому что наверху ветер садит, невозможно писать. Что хочу сказать. Охота была, конечно же, да, специфическая. Не такая, какой мы привыкли. Мы приехали, расставили 100 чучелов. У нас присада. Мы с 4 духовыми банками. Мы, блин, какой-то вот построили сарай, замаскировали его более-менее под естественное укрытие, под вот эту вот трубу. Потому что котлы здесь, гусь здесь, на перепаханной кукурузе. А в центр поля нам не разрешили лезть зева. Поэтому пришлось как-то использоваться вот этими естественными укрытиями. Да, она не классическая. Да, в итоге получилось не такой красивой, как мы хотели. А почему? Объясню. На наш чучела гусь практически не реагировал, несмотря на количество. Потому что два котла организовалось в поле. И свежий гусь подсоединялся к тем, кто уже здесь живет 3-4 дня. И хорошая масса гуся, как с рельсов, сверху сразу перла туда, на место. Они знали, куда они идут. Наши 100 чучелов их не интересуют. Плюс, ну, как бы вот эта труба, она все-таки, хоть и естественная, хоть они ее знают, но к ней близко они почему-то не хотели садиться. Хотя в первый день, когда мы его нашли, он сидел от этой трубы 25-30 метров, и причем в длину, вдоль вытянувшись. Ну, соответственно, поэтому и было принято решение скородок сделать здесь. А так как в итоге он все равно пер в середину поля, не реагируя на нас, мы решили как бы... Как это сказать? Нам пришлось, наверное, если мы хотели добыть гуся, соответственно, растягиваться от скоротка в сторону, смотреть, где он перевалит эту трубу, занижать его манками, насколько мы могли, и добивать в таких условиях. Да, не классика, да, наверное, не совсем красиво, да, не то, чего мы хотели. Но мы понимали, что другого нам не дано. В поле лезть нам не дают, гусь весь здесь, он тянется, он весь сюда. Что делать? Какие еще варианты? Ну, не из посадки же нам его стрелять. Как могли, мы использовали манки, как могли, мы натягивали. Немножечко, вот сейчас свежий пришел гумяш, немножечко он интересовался чучелами. Больше реагирует на манок, нежели белолоб. Соответственно, вот сегодня второй день, пришла партия гумяшечки, и моего любимого жирненького гумяша мы тоже добыли. Итог нашей охоты. Первый день мы добыли 27 гусей, а второй день мы добыли 12 гусей. 39 гусей получается за 2 дня. Я считаю, довольно-таки хороший результат, учитывая, что в Самарской области в этом году гуся очень мало. Ребят, как всегда, вас благодарю за просмотр. Комментируйте, критикуйте, только матом не ругайтесь. Всем всего доброго, всех благ, а я собираю чучела.